Всем привет! Это видео-мастер-класс по вязанию китенка крючком. Китенок выглядит вот так вот. Вот такой вот мини-китен получается. Что ж, думаю, что не надо много разговаривать, нужно сразу приступать к делу, поэтому давайте начнем. Для вязания кита нам понадобится пряжа. Я использую Yarn Art Jeans. Можно любую другую, составом 50% хлопок, 50% акрил и метражом 50 грамм на 160 метров. У меня оттенок под номером 18. Нужно примерно половину моточка. Глазки на безопасном креплении 10 мм, либо бусины, такие же по размеру. Помимо этого, конечно же, крючок. У меня 3 мм, но можно использовать тот, который вам удобнее. Наполнитель. Я использую холофайбер. Игла с широким ушком. Булавки пригодятся нам потом для сшивания деталей. Контрастная нить для подсчета рядов. И ножницы. Вязание игрушки мы начинаем с кольца амигуруми. Для этого нужно взять нить большим и указательным пальцем. Правой рукой обвести вокруг пальцев один круг. И оставить, довести до мизинца и придержать. После чего взять крючок, подхватить там, где нити перекрещиваются у нас, вставить между двумя пальцами, подхватить нить и вывести ее. После чего накинуть нить на крючок и провести через получившуюся петельку. Дальше мы пальцы убираем и чуть подтягиваем наше кольцо, которое получилось. Далее нужно сделать 6 столбиков без накида внутрь кольца. Главное следить за тем, чтобы вот эти две нити всегда были внутри столбиков. Делаем первый столбик. Раз, второй, два, третий. Четвертый, пятый и шестой. После чего мы беремся за кончик нити и тянем. Получилось кольцо амигуруми без дырочки внутри. Если этот элемент кажется сильно сложным, то можно сделать две воздушные петли и во вторую от крючка 6 столбиков без накида. После чего мы для подсчета рядов оставляем нить контрастного цвета между двумя столбиками, последним и первым. Далее во втором ряду в каждую из петельку косички мы делаем по 2 столбика без накида или 6 прибавок. Прибавка первая, вторая прибавка, третья прибавка, четвертая, пятая и шестая. Итого во втором ряду у нас должно получиться 12 столбиков без накида. То есть 12 вот таких вот косичек. В третьем ряду мы чередуем столбик без накида и прибавку. 6 раз нужно повторить это действие. То есть первый мы делаем столбик без накида, 1. Во вторую петлю мы делаем 2 столбика без накида, то есть прибавку. 1, 2.
Таким образом, нужно провязать до конца ряда. Один и два. Я уже провязала третий ряд, и у меня получилось 18 косичек. Далее, четвертый ряд, мы вяжем по такому принципу. Делаем один столбик без накида, в следующую прибавку, то есть два столбика без накида в одну петельку, и в следующий снова один. И так чередуем до конца ряда. Один, в следующий прибавка, в следующий снова один. Повторяем заново. Один столбик без накида, в следующую петельку два, то есть прибавку, в следующую петельку один. И так нужно довязать до конца ряда. Я довязала до конца ряда, и по итогу у меня получилось 14 косичек. Не 14, а 24 косички. Следующий, пятый ряд, мы вяжем по такому принципу. Делаем 1, 2, 3 в каждую из трех петель по одному столбику без накида. В четвертую делаем прибавку. То есть 1, 2, 3. И в четвертую петельку делаем прибавку. То есть 2 столбика без накида в одну петлю, в одну косичку получается. Снова. 1, 2, 3 и в четвертую прибавку. Таким образом нужно довязать до конца ряда. Я довязала пятый ряд до конца, и у меня получилось 30 вот этих косичек в ряду. Ниточку контрастную перекинула. Дальше продолжаю вязать шестой ряд. Делаем 2 столбика без накида в каждую петлю. 1 в петельку, 1 столбик без накида во вторую, 1 столбик без накида в третью. Мы делаем прибавку, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. После чего снова делаем 1 столбик без накида и второй. В каждую петлю по одному столбику без накида. То есть у нас получилось 2 петли, потом прибавка и снова 2 столбика без накида. Продолжаем также. 1 столбик без накида, 2, в следующую прибавку и снова 1 столбик без накида, в следующую петельку 2 столбик без накида. И снова 1, 2, прибавка и 1, 2. Таким образом довязываем до конца. Довязали до конца ряда, контрастную нить перекинули. В шестом ряду, который мы только что провязали, должно получиться 36 петель, 36 столбиков без накида. Далее продолжаем вязать седьмой ряд. В нем мы делаем 5 столбиков без накида, без изменений, то есть 1, 2, 3. Каждую петельку 4, 5, и в шестую петлю мы делаем прибавку. 1 и 2. Еще раз.
Раз, два, три, четыре, пять. В шестую петлю прибавка. Таким образом, нужно довязать до конца ряда. Я довязала до конца седьмой ряд, и у меня получилось 42 столбика без накида в этом ряду. Далее я перекидываю контрастную нить и вяжу следующим образом. Чередую 3 столбика без накида, ну по одному столбику в каждую петлю по 3 раза, в четвертую делаю прибавку и снова 3 раза без изменений. Делаем. Раз, два, три, в четвертую прибавка. Раз, два. И снова 3 без изменений. Раз, два, три. Снова чередую. Раз, два, три, в четвертую прибавка. Раз, два. И снова без изменений. Раз, два, три. Таким образом, нужно довязать до конца ряда. Я довязала восьмой ряд, и у меня получилось 48 столбиков без накида в этом ряду. Далее, с 9 по 20 ряд мы вяжем без изменений. То есть в каждом ряду у нас будет по 48 столбиков без накида. Мы только каждый раз перекидываем контрастную нить, когда доходим до нового ряда. Считать столбики, которые мы связали, можно вот вдоль вот этой нити, начиная отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь нам нужно довязать еще до 20 ряда, то есть 12 рядов. Вяжем просто в каждую петлю по столбику без накида, без изменений каких-либо. Вот так вот выглядит 20 рядов провязанных. Далее наш кит пойдет на убыль. И мы будем использовать такой элемент, как убавки. Сейчас покажу, когда мы вместе с вами будем провязывать 21 ряд. 21 ряд мы вяжем таким образом. Делаем 7 столбиков без накида, без изменений. Также по ряду. 2, 3... 4, 5, 6, 7. Далее делаем убавку. Для этого мы подхватываем за одну косичку. Вот у нас две косички. Раз, два. За ту, что ближе к нам. Первую подхватываем петельку, выводим. И теперь следующую также. В следующую косичку только одну. Подхватываем нить и выводим. У нас получается 3 петельки на крючке. Теперь мы подхватываем еще раз нить и проводим через 3. То есть мы сделали убавку, провязав 2 столбика как бы в один. Дальше мы продолжаем по тому же принципу. 7 столбиков без накида, без изменений. Весь ряд будет строиться на том, что мы делаем 7 столбиков без накида, убавка, 7 столбиков без накида. И по новой. 7 столбиков, убавка, 7 столбиков. 5, 6, 7. Первый раз сделали, теперь заново еще раз. Раз,
два, три, четыре, пять, шесть, семь. Убавка. Раз подхватили, два подхватили, провязали. И снова семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И до конца ряда еще раз останется так провязать. И будет, приступим к следующему 22 ряду. Я довязала до конца 21 ряд. Теперь 22 и 23. Всего по ряду у нас получилось 45 столбиков без накида. Теперь по 22 и 23 ряд мы вяжем без изменений, без убавок. То есть у нас получается 2 ряда по 45 столбиков без накида в каждом. Я провязала 22-23 столбик. Теперь приступаю к 24. Для этого мне нужно провязать 13 столбиков без накида, без изменений каких-либо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13 и сделать убавку. Убавка. До конца ряда повторить так еще два раза. 13 столбиков и убавка. 13 столбиков и убавка. В 25 ряду. То есть в следующем мы будем вязать без изменений, без всяких убавок, и должно получиться 42 столбика без накида. Я довязала 25 ряд и теперь начинаю вязать 26. Вяжем мы его таким образом. Делаем 6 столбиков без накида, дальше убавку и снова 6 столбиков без накида. И эту комбинацию повторяем 3 раза. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Делаем убавку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И по новой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Убавка. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще раз повторить нужно. Еще раз эту комбинацию два раза. 27 ряд мы будем провязывать дальше без изменений, и в нем должно получиться 39 столбиков без накида. После того, как мы провязали 27 ряд, мы вставляем глазки. Глазки нужно вставить между 16 и 17 рядом, поэтому отсчитываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Где-то между этими рядами вставляю первый глаз и отсчитываю от него 23 столбика без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. Примерно в это же
следующую дырочку вставляю. Далее смотрю, как, в принципе, смотрится игрушка. Если все устраивает вас, то оставляем таким образом. Если вдруг что-то не так, что-то не нравится, поставьте глаза, как вам кажется лучше. Тут каждый уже сам фантазирует, как будет смотреться его игрушка лучше, красивее. Делайте все сами. После того, как мы вставили глаза, закрепляем их изнутри креплением. Если игрушка предназначена для детей, то лучше подпалить кончики и смять, чтобы глаз не вылетал. После всего этого мы чуть наполняем нашу игрушку. Наполняем равномерно, чтобы не оставалось дырочек. Не сильно много, но и не мало. Уберем. И далее приступаем к вязанию 28 ряда. В 28 ряду мы делаем 11 столбиков без накида и убавку. Повторяем это 3 раза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, убавка. И еще раз, также повторить нужно 2 раза до конца ряда. Следующий 29 ряд мы вяжем без изменений и без убавок, и у нас должно получиться 36 столбиков без накида. В следующем 30 ряду мы делаем 5 столбиков без накида, убавку, и снова 5 столбиков без накида. Тоже повторяем эту комбинацию 3 раза. Раз, два, три, четыре, пять, убавка. И еще раз. Раз, два, три, четыре и пять. И снова повторяем. Раз, два, три, четыре, пять. Убавка. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз повторяйте эту комбинацию до конца и приступим к следующему ряду. 31 ряд вяжется без изменений, и в нем нам нужно провязать 33 столбика без накида. В следующем 32 ряду мы повторяем такую комбинацию. 9 столбиков без накида, убавка. И эту комбинацию нужно повторить 3 раза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 и убавка. Так мы вяжем до конца ряда.
Еще два раза, получается, мы повторяем 9 столбиков без накида и убавка. 33 ряд будем вязать то без изменений, 30 столбиков без накида. Продолжайте вязать, встретимся на 34-м. Я провязала 32 ряд до конца и 33-й. В 33-м было без изменений, всего лишь 30 столбиков без накида. И дальше я провязываю 34-й ряд. Для этого мне нужно сделать 4 столбика без накида, убавка, 4 столбика без накида. И довязать это до конца ряда. То есть повторить 3 раза. После чего я приступлю к 35-му ряду, где будет 27 столбиков без накида. То есть безо всяких изменений, просто провязать ряд. Я сейчас сделала 4 столбика без накида, убавку, и еще делаю 4 столбика без накида. Вот так. И так до конца ряда. А потом провязываю 35-й, где будет просто 27 столбиков без накида. После того, как провязали 34-й ряд, где 4 столбика без накида, убавка, 4 столбика без накида, и провязали 37-й ряд, где... Ой, 35-й ряд, где 27 столбиков без накида, нужно приступить к 36-му ряду, который вяжется так. 7 столбиков без накида, убавка. Раз, два, три... 4, 5, 6, 7, убавка. И так нужно провязать до конца ряда. После того, как мы связали 36 ряд, нужно еще немного наполнить нашего китенка. Аккуратненько распределяем по всему туловищу. Трогаем со всех сторон, определяем, где плотнее, где побольше, чтобы распределить, добавить холофайбера или наоборот, чуть убавить. Так, все, я довольна своим. Теперь продолжаю вязать. 37-й ряд вяжется без изменений, а это значит, что мы делаем просто 24 столбика без накида по всей цепочке. В общем, ничего не меняется, до конца ряда вяжем без изменений лишь одни столбики без накида. 38-й ряд вяжем 3 столбика без накида, убавка. И еще 3 столбика без накида. Раз, два, три. Убавка. И еще раз. Раз, два, три. Таким образом довязываем до конца ряда. Раз, два, три. Убавка. Раз, два, три. Тридцать девятый ряд без изменений вяжем 21 столбик без накида до конца ряда. В 40-м ряду будем делать такую комбинацию. 5 столбиков без накида, убавка. 5 столбиков без накида, убавка. То есть повторяем мы это все так же 3 раза, как и в предыдущих наших. Раз, два, три. 4, 5, убавка.
Раз, два, три, четыре, пять, убавка. Раз, два, три, четыре, пять, убавка. В 41-м ряду вяжем 18 столбиков без накида, без изменений. Я уже довязала эти 18 столбиков. В 42-м ряду вяжем таким образом. 2 столбика без накида, убавка и еще раз 2 столбика. Повторяем эту комбинацию до конца ряда. 2 столбика без накида, убавка. И еще раз 2 столбика. Два столбика, убавка, два столбика, и в последний раз, раз, два, убавка, раз, два. Следом у нас будет идти 43-й ряд. В нем вяжем без изменений 15 столбиков без накида. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Следом в 44-м ряду делаем 3 столбика без накида, убавка. Раз, два, три, убавка. Раз, два, три, убавка. Раз, два, три, убавка. Добавляем наполнитель. И осталось связать совсем немножечко. Следующий ряд без изменений мы вяжем 12 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Следующий ряд у нас столбик без накида, убавка, столбик без накида, столбик, раз, убавка. И столбик. Еще раз. Столбик.
столбик. В последний раз столбик. Убавка. И столбик. И все, в последнем 47-м ряду мы делаем столбик без накида. Убавка до конца ряда. Столбик, убавка. Столбик, убавка. Столбик, убавка. Наполняем, если нам еще надо чуть-чуть. С помощью ножниц себе помогаем в этом деле. Далее делаем соединитель. Убираем нашу контрастную нить, просто ее вытягиваем. Делаем соединительный столбик. Раз. И протягиваем. И отрезаем нить. Не особо длинную, но не очень короткую. Провязываем через петельку. И теперь нужно закрыть дырочку получившуюся. Для этого мы вставим ее в иголку. И теперь будем захватывать края каждой из петельки. Вот раз, подхватили, следующую два, дальше три, четыре. 5. Теперь все это подтягиваем в дырочку обратно, засовываем и выводим где-нибудь и потом снова делаем узелочек. Прячем опять внутрь. Далее нить обрезаем. И все. Туловище у нас готово. Следующий этап вязания кита – это вязание хвоста. Одну деталь я уже связала. Таких нужно две детали. Показываю, как делать. Вязание начинается также с кольцами груми и 6 столбиков без накида внутрь. Обводим вокруг пальцев нить, держим ее мизинцем. Подхватываем петельку, проводим нить через петельку. И также внутрь вяжем 6 столбиков без накида. На этом этапе ничего не меняется по вязанию с телом. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И шесть. Затягиваем. А вот дальше немножечко меняется. Вместо прибавок в каждую петлю мы будем делать прибавку через одну петлю. Мы будем вязать столбик без накида, а потом прибавка. Вот так. В первую петлю мы делаем просто столбик без накида, во вторую прибавку. То есть два столбика без накида в одну петлю. Следующую снова один. И снова два. Раз. Сюда же два. Один.
2. В следующем ряду мы повторяем все то же самое, только через 2 столбика без накида. 1, 2, прибавка. Эту комбинацию повторяем 3 раза. 1, 2, прибавка. Снова 1, 2, прибавка. Раз, два, прибавка. Четвертый ряд вяжется без изменений. Нужно по кругу провязать 12 столбиков без накида. Я их уже провязала. И приступаю к пятому ряду, где мы делаем 3 столбика без накида, прибавка. 1, 2. Сделаем 3, прибавка. Снова 1, 2, 3, прибавка. 1, 2. 3, прибавка. Нить контрастную перекидываем. Дальше у нас идет 6-й ряд. В 6-м ряду ничего не меняется, просто по всей длине, по всем, в каждую петельку вяжем 15 столбиков без накида. Я их уже провязала, и теперь приступаю к 7-му ряду. В 7-м ряду мы делаем 4 столбика без накида и прибавку. 1, 2, 3, 4 и прибавка. 1, 2, 3, 4 и прибавка. 1, 2, 3, 4 и прибавка. Далее 8, 9 и 10 ряд мы вяжем без изменений. Я провязала 10 рядов. У меня вот здесь по краю получается 18 косичек. Теперь приступаю к 11 ряду. Вяжется он таким образом. Делается 4 столбика без накида и убавка. 1, 2, 3, 4, убавка. Таким образом мы вяжем до конца. 4 столбика без накида, убавка, 4 столбика без накида, убавка. И дальше вяжем 15 столбик без изменений. То есть там у нас получится просто по кругу 15 столбиков без накида. Я вот уже их провязываю и заканчиваю 12 ряд, где у меня без каких-либо изменений 15 столбиков без накидов. Следующий 13 ряд мы вяжем следующий таким образом. 1, 2, 3 столбика без накида, убавка. И так до конца ряда. В общей сложности мы повторим так 3 раза. 1,
два, три. Убавка. И раз, два, три. Убавка. Четырнадцатый ряд вяжется без изменений. В каждую петлю по одному столбику без накида. Получается 12 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11 и 12. Последний 15-й ряд вяжем 2 столбика без накида и убавка. Повторяем эту комбинацию 3 раза. Раз, два, убавка. Следом снова раз, два, убавка. Раз, два, убавка. И раз, два, слетела. Раз и два, убавка. Дальше мы не наполняем наш плавник, мы убираем коричневую контрастную нить, складываем напополам, вот так вот, и провязываем насквозь. Раз. Сразу цепляя за два края, и за этот, и за следующий, вот так. Два. Три и последние 4. То есть по сложном виде 4 столбика без накида должно быть наверху. Отрезаем ниточку, достаточно длинную, чтобы можно было потом этот плавник пришить. И все, плавник у нас готов. И последние 2 детали, которые мы свяжем, это будут плавники. Одну я уже связала, теперь свяжем вторую. Делаем кольцо амигуруми и внутрь него 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре. 5 и 6, после чего тянем за кончик нити и получаем вот такой вот кружок. Вставляем нить для подсчета рядов. Дальше 2 ряда, 2 и 3, мы вяжем без каких-либо изменений по 6 столбиков без накида. То есть каждую петлю по одному столбику без накида. Раз, два, три, четыре, пять и 6. И еще один ряд, такой же. У меня же уже они провязаны, поэтому я приступаю к следующему, 4-му ряду.
И начинается он с двух прибавок. Делаем первую прибавку, вторую, а дальше без изменений по ряду 4 столбика без накида. Раз. Два. Три. Четыре. В следующем пятом ряду мы делаем 4 прибавки и 4 столбика без накида, просто вяжем по ряду. Итак, 4 прибавки. Раз. Прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. И четвертая прибавка. Дальше просто 4 столбика без накида по ряду. Раз. Два. Три. Четыре. Шестой ряд вяжется без изменений. 12 столбиков без накида по кругу. В каждую петельку по одному столбику. Я вот уже их успела провязать. И теперь приступаю к седьмому ряду. Седьмой ряд делается таким образом. Вяжется 4 раза вяжется столбик без накида и прибавка. И в оставшиеся петли 4 столбика без накида. Сейчас вместе провяжем. Итак, столбик без накида, прибавка, первый, столбик без накида, прибавка, второй раз, столбик без накида, прибавка, третий, и столбик без накида и прибавка, четвертый раз. Дальше вяжем по одному столбику без накида в каждую петельку. Раз, два, три, четыре. Дальше восьмой и девятый ряд мы вяжем без изменений в каждую петельку по одному столбику без накида. В общей сложности в каждом ряду получается 16 и еще сверху 16. Вот так должно получиться вместе с восьмым и девятым рядом. И приступаем к десятому. В десятом ряду мы делаем 2 столбика без накида и убавка. Все это мы повторяем 4 раза. Раз, два и убавка. Раз, два и убавка. Раз, два и убавка. Далее, одиннадцатый ряд вяжем без изменений. То есть в общей сложности должно получиться 12 столбиков без накида. У меня провязано уже 11 рядов. Следующий 12 ряд вяжем столбик без накида, убавка. Столбик, убавка. Продолжаем столбик, убавка. Так до конца ряда. Еще раз столбик, убавка. И столбик, убавка. Теперь провязываем 13-й ряд.
он вяжется без изменений. И у нас получается 8 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Убираем контрастную нить, складываем края и провязываем 4 столбика без накида. Провязываем вместе с двумя краями, подхватывая и первый, и второй. Раз, следующий, два, третий и четвертый. И оставляем нить для пришивания длинненькую. Все детали связаны. Осталось теперь самый последний этап – все это пришить. Для этого нам пригодится иголка с толстым ушком и тупым кончиком, и булавки. Убираем пока плавники и начинаем с пришивания с хвоста. Смотрим на глаза и ориентируемся по ним. Вот так у меня будет. Прикрепляем один из хвостов примерно на одном уровне с глазами. Вот как-то вот так. Берем булавку и закрепляем. То же самое делаем и с этой же стороны. Примерно на одном уровне с глазами. Прикрепляем хвост булавкой и готовимся пришивать. По мере пришивания можно тоже корректировать, то есть чтобы оно не съезжало никуда в сторону, было на одном уровне обязательно. Иначе получится не очень красиво. Так, пока это убираем и пришиваем. Раз, с этой стороны подхватили. Два. Три. Иголку уже можно, булавку убрать. Еще раз. Четыре. И последние стежки. Пять. Еще раз можно. Вводим обратно вот в начало и закрепляем нить. Поддеваем на узелочек. Выводим внутрь, выводим где-нибудь еще и снова делаем узелочек для крепкости. Вот теперь прячем, выводим нить куда-нибудь, в любую из
дырочек и обрезаем. По такому же принципу пришиваем второй хвост, ну, второй плавник от хвоста. Вот такие плавнички должны получиться. Теперь приступаем к другим плавничкам, которые около глазок. Пришиваем их таким образом, напротив глаза, но нижний край должен быть на расстоянии 3 столбиков без накида, верхний на расстоянии 4. Вот таким образом. Сейчас прикреплю. 1, 2, 3. И как бы 1, 2, 3, 4. Продеваю нить в углу и начинаю пришивать. Первую булавку можно убрать уже. Три, четыре. Если вам это расположение вдруг кажется не таким, то это же не обязательно. Можно пришить так, как вам нравится больше. Может быть, вы хотите плавники, чтобы они были ниже, или наоборот, чтобы выше. Тут каждый мастер сам себе, король главный, решает, как будут выглядеть плавнички. У меня тем временем готово. Я нить закрепляю. И то же самое повторяю с другой стороны. Напротив глаза. Внизу отступаю 3 столбика без накида, наверху 4, и пришиваю. Вот так это выглядит с этой стороны. И пришиваю. Нить закрепляю. Обрезаю все лишнее. И игрушка готова.